Технической бригаде я всегда жду каких-нибудь необыкновенных действий. Ну и пусть у них один и тот же стиль. И пусть они говорят, что одинаково, им давно пора на пенсию. Никому им не пора на пенсию. Капеллини Лано, ты прекрасный. Кто это будет их на пенсию провожать? Сами у кого есть такое право? Ни у кого. Сами соберутся вот и разберутся без нас. Ни у кого такого права нет. Я лично от них получаю удовольствие. Катя хорошо прокатает. Может быть и первая. Сейчас посмотрим, что им поставят. А вот сейчас посмотрим. Да. Маурицио со своим тренером. Маурицио Маргарио, да. Паоло Месадри. Ничего особенного у меня не произвело такого впечатления. Вот, откровенно говоря, да. Мне показалось, старались, но вот... Оценки будут большие. Оценки – техническая программа. Вот она техническая и есть. У них не такое техничное катание. Техническую оценку получили. Ну, хорошо, я очень рада. Я пока в обмороке такую оценку не представлял, какая? Честно признаюсь. Ну, за технику, за 40. Ну, почему вы не представляли? Я уже представляю, как соревнование закончится. По сегодняшнему дню. Я делаю удивленное лицо. Ну, а чего вы так удивляетесь? Мы же здесь не первый год.
Вот, конечно, оператор вообще не показывает элементы. Заход, и потом следующий. Они хорошо очень катаются. Тут нет никакого... Они катаются и катаются. И всегда очень вкусно это, да? Ну, вот такая мелочь на дорожке. Ну, не знаю, да. Вот я при всей собственной симпатии сегодня не так впечатлился, как хотел бы впечатлиться. Я вижу, что вы хотели впечатлиться, даже встали. Я не сажусь всю эту разминку, Татьяна Анатольевна. Я не могу больше на жердочку. А я даже встать не могу. С тех пор, как я поняла, в чем собака порыта. Но я не буду это комментировать. Пока. Подождем. Первый Капеллини Ланотте. Что же комментировать? А я даже не сомневалась. Я удивлен. Да? Да. Так вы же говорили, что Катя будет первая. Так она не каталась еще. Так я и говорю, что Катя. Татьяна Анатольевна, до проката мы молчим с вами.